Граната тут! Вроде хорошая зашла. Нет, не хорошая, живые, о, суки. Нет, граната! Какого, блядь? Попал по нему. Как он жил, я не знаю. Все гранаты на него отдал. И... немножечко, так сказать. Времянка на улице. Гений, блин. Гений в чате. А он тактически занял будку. К жаль, целый. Так я ж ему по ногам стрелял. Тактически целая гжель засела в тактической будке. Бля, вектор прям... Блядь! Блядь. Как обычно, без чата ничего не получается. Да не говори, блин. Если б чат, вообще не знаю, что б делал. What's your problem? You just got a big problem. Кто, блядь? Тактическая граната, да. Все было рассчитано, чтобы она оглушила его, понимаете? Самое главное, это психологическое давление на него оказать. What the fuck is this?
Что это, блядь, такое? Зачем это было создано? Ради чего? Блядь, кепка. Во, вот это уже понятно. Там РДХ стреляет. Что? Он там ждал меня все это время, что ли, сидел? Блин, профессионально. Бля. Как бы тут похилиться, чтобы никто меня не подпушил. Блять, у меня чел на крыше. Серьезно? Или это он там ложился? Он, наверное, ложился. Так, сюда. А, так это челобот. Челобот и не сердешка, и 104-м колосом. Ёб твою мать. Этого он успел подсобрать. Но нам надо жетончик с него. У меня что-то еще вон, молодые люди. Хорошенькие, прям так, 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 так. Улач. Мне к старых заправке, что ли? Ё-моё, бля. Вот как-то так, чат. А? Сомневались? Сомневались, чат? Да, блин. Что, первый раз на стриме? Если первый раз, подписывайтесь, не забудьте, да. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семеро я убил. Семеро плюс... Два челобота, да, получается? Семеро плюс два челобота. Ну, блин, девятерых по факту, потому что ж там челобота-то залутали с типов оружия. Стримы стараюсь проводить каждый день, по будням, иногда даже выходные во второй половине дня. Вся движуха в основном происходит на Трово с чатом, там всякие боксы, эвенты. Поэтому, кому интересно, чем мы тут занимаемся, регайтесь на Трово, залетайте в чат.
Там же, кстати, и прошедшие трансляции есть. Если вдруг YouTube влетает за музыку, и на YouTube они недоступны, то там они будут. Ссылка будет на канал в описании под видео. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.